Картошку. И хозяйка, когда раздавала это блюдо, говорит: на гарнир у нас картошка, картошка из баблов. И удивительно, конечно, за столом люди сидели молодые, они лет 30-40, картошку быстро съели и громко кричат: а можно картошку из баблов еще добавок? И таким образом хозяйка уже, видимо, она раздала, что можно, и уже выносит кастрюлю, а на дне кастрюли там несколько таких картофелин. И вы представляете, начала она раздавать по одному только, кричат молодые люди. И таким образом картошка наша настолько вкусная, она отличается намного, конечно, от этой городской картошки. И полвечера у нас прошло на то, что мы смеялись, все перезнакомились. Ну, естественно, мы всех пригласили в гости, говорим: чего-чего, а картошечки у нас достаточно. Так что земля хорошая. Да, и земля там у них, вот знаете, там песок. Вот Васильева у наших вот дача, да, там песок, и я думаю, вообще, как там растет что-то вообще. Вот таким образом это уже быль, это не история такая, это вот быль о том, что насколько картошка имеет свое значение. Естественно, конечно, картошку воспевали. Мы много песен знаем, на русском языке вы все знаете, а я вот хочу, я, как говоришь, взяла блокнот, не блокнот, а песенник, и вот помню, что была песня про картошку, Барянги называется. Да, вот балайды турап, яшкелинер, тобаларга сине бийте, койнар бутка ошап, ищен ирлер. Тәннәренә жылы йөгертә, йодырық қадәрлі, йымрық гәудәлі, эх тәмлі, эх тәмлі, бигрәк тәмлі бәрәңге. Вот этот свой блог хочу этим закончить и сказать, что ой, спасибо Петру Первому, что картошку нам привез, а то ели бы до ныне только кашу и овес. И в заключение хочу сказать, что ну, у меня дочь в Америке, и я уже неоднократно была там. Это удивительное количество сортов. Ну, если не собрать 15-20, она вся вымытая, очень красивая, разных сортов. И там написано с крахмалом, без крахмала, для запекания, для чего. Но она все равно не такая. Вы не поверите, когда я приезжаю, я неделю ем только картошку. Вот настолько, настолько мы, видимо, приучены, хоть и говорят, что от нее и полнеем, да, и тут уже не говорят, что нет. Да. Отказаться от картошки вот в нашей семье мы не можем. Поэтому вот у меня такая история, и я благодарю вас за внимание. Ну, спасибо.